а солнышко еще не село. И что такое свет солнца без любви, когда она тебя бросила? Когда ты понимаешь, что она больше никогда не посмотрит на тебя благосклонно, никогда. Когда ты думаешь о том, как она страдает. Когда ты думаешь, что как бы мы вдвоем радовались этому солнышку. Но она заблокировала тебя. Все твои номера. А когда ты, значит, подойдешь, позвонишь в домофон, сбросит домофон. И ты не знаешь даже ничего, хорошо ей или плохо. Ты догадываешься, что, скорее всего, плохо. И свет солнца тебе не мил. И ты уже думаешь только об одном. Чтобы напиться в хлам. Ну или как я. У меня, ребятки, сонный алкоголизм. Хочу я вам сказать. Наверное, у тебя тоже. Я ни капли в своей жизни не пью и не пью. Я вообще этого не любитель. Но сонный алкоголизм. Я ложусь и я сплю. Но в особо тяжелых случаях это не помогает. И ты спишь, спишь, спишь. И начинается ощущение, что ты сгниваешь заживо. Что ты и на улицу выйти не можешь. На улице тебе тоже плохо. Ты лежать уже тоже не можешь. И скажите мне, друзья мои, что в таком случае может помочь? Что может помочь, когда ничто не может помочь?